Глубоко уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие десногорцы, от всей души поздравляю вас с самым светлым и дорогим праздником, 75-летием Победы. Победа 45-го года была выстрадана подвигами и жизнями миллионов людей, когда невероятными усилиями страна разгромила фашизм. 75 лет мы живем под мирным небом, строим города, воспитываем детей. Низкий поклон каждому, кто отчаянно сражался на поле боя, самоотверженно трудился в тылу, восстанавливал разрушенные города и села в послевоенное время. Вечная память тем, кому не суждено было вернуться домой. Пусть победа и память о ней будут всегда с нами. В сердцах, добрых начинаниях и каждодневной заботе о старшем поколении. С юбилеем Великой Победы! Уважаемые коллеги, десногорцы, дорогие ветераны, примите искреннее поздравление с 75-летием со дня Великой Победы. 9 мая – священная дата в истории нашей страны. Это символ доблести и непобедимости нашего народа, мужества и отваги защитников Отечества, героического труда всех, кто ковал победу в тылу. В этот день мы славим подвиг тех, кто сохранил свободу и независимость нашей Родины. Для нас они всегда будут примером высочайшего мужества и патриотизма. Желаю всем крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над нашим общим домом, Великой Россией. С праздником Победы!